Начать знакомство с культурой такого многогранного Китая и загадочной Японии можно с выставки в музее имени Костеева. В стенах этого зала как будто открывается портал в другую вселенную. Экспонаты, представленные здесь, выполнены в абсолютно разных техниках. Бронзовое литье у мастеров 14 века или же резьба по дереву, которую с первого взгляда и не отличишь от живописи. Настолько искусно создана картина 18 столетия. Вышивка гладью по шелку и вовсе завораживает, такие яркие впечатления дает уже первый взгляд на предметы. Гораздо интереснее становится, когда узнаешь о смысловой нагрузке экспонатов. Ведь роспись на фарфоре – это легенда о трех богинях. Фигурка журавля – пожелание долголетия. По изображению можно узнать, кому могла принадлежать вещь когда-то. Выставка – это как некое знакомство с другой цивилизацией. А рассказы экскурсовода поможет вам понять философию этих манящих стран. Здесь говорится и о даосизме, то есть мы можем здесь почувствовать произведения, которые рассказывают об этих, ну, величайших религиях, что ли, или учениях, как дао, конфуцианство, буддизм. Мы можем понять различия между буддами и бодхисаттвами, кто это такие, что за существа, высшие существа. Вот все здесь можно почувствовать и понять.